Сборная России продолжает подготовку к матчу со сборной хозяев турнира. Игроки на каждое занятие выходят с огромным желанием. Сначала пробежка, потом уже давно полюбившиеся квадраты. Именно это упражнение футболисты проводят в большей мере самостоятельно. И потому огромное количество шуток и подтрунивания друг над другом приветствуется. К тому же тренируются футболисты не в полной тишине и одиночестве. На трибунах большое количество репортеров и фотографов. Так что создается иллюзия заполненных трибун. Игрокам это по душе. Мы тоже верим в болельщиков и за то, что они поддерживают нас. И будем стараться показывать хороший футбол, чтобы нравился болельщикам. В этот раз тренировка была не полностью открытой. Матч с Польшей близок, и раскрывать свои карты перед одним из решающих матчей в группе не стоит даже журналистам. А с футболистами у главного тренера разговор особый. Я постоянно повторяю своим игрокам, что легких матчей не будет, что каждую следующую игру нам нужно воспринимать как финал. В одном мы уже одержали победу, вскоре нам предстоит следующий. Игра со сборной Польши будет очень интересной. До матча все меньше времени, в стане сборной России нормальное рабочее настроение. Насколько хороша окажется подготовка, узнаем 12 июня вечером. Матч состоится в столице Польши, в Варшаве.